Так, всем привет, я дома. Вот, слушаем мою домашнюю аудиосистему. Это ресивер Hitachi. Я его показывал в других видео. Это чересчур. Это у нас фона. Это выбор магнитофонов. В общем, видео-то не про него. Да, покажу Bluetooth. Вот Bluetooth, который он один у меня Bluetooth вообще. Один Bluetooth, единственный Bluetooth. Надо еще заказать какой-то другой с уже встроенным аккумулятором. Это питается от microUSB. Больше блютусов у меня нет, только вот эта магнитола новодельная GVC RVNB50. У нее здесь в отсеке для айфона установлен блютус. Сейчас, если получится, ростом я не вышел, доставать его не буду. Тоже работает по блютусу. А так та блютуска TP-Link, она у меня на все устройства, на это, и если надо, даже на это. То есть подключилась в жопу через пятилапку к нему, и он будет Bluetooth. Блочок работает, блок питания, слава богу. Так, но видео у нас вот про что. Вот про вот эту штуку. Меня все спрашивают про штекер. Сейчас попробую еще раз показать штекер, хотя показывал много раз. Вот такой вот переходник. Так. Это вот такой вот штекер. Не простой, а у него штырек здесь. То есть там не оболочка внутри, как у многих штекеров, вот как у вот этого, да? То есть у него оболочка плюсовая. Крайняя наружная минусовая, а внутренняя оболочка плюсовая. Здесь же вместо оболочки стоит штырек, разъем, который нужен именно GVC штекер. Сейчас попробую еще раз, он не хочет эту точку. Ну вон видно штучка. А здесь входной под штекера. Только штекера тоже бывают разные. Вот я когда купил, он мне к одному не подошел, потому что диаметр здесь разные диаметры вот этой внутренней части. Наружная часть одинакова по диаметру, а внутренняя. Ну и вот я его одеваю. И вот у меня получается угловой переходник. Сейчас я его правильно выверну. Ну вот он получается с таким переходником, угловой переходник. То есть, грубо говоря, под обычный блок питания. И вот такой вот стандарт, который выбрал GVC. Ему же надо было как-то выебнуться GVC-ам. Вроде все стандартное у GVC. Даже антенна, корешок антенны, можно любую прям родийную антенну покупать, ставить со стандартным разъемом. То есть как вот у Sony, например. А вот под питание они решили вот так-то выебнуться. Ну, я здесь нагородил чепухи, тут и термоусадка, изолента. Ну, вот у меня такая вот каретка под 8 литров. Они соединены, то есть 4 на 4 соединяются они вот так вот у меня здесь. Ну, тоже соплю напаял, как мог, как умею. И одна сборка параллелится с другой. По-хорошему, конечно, надо было, чтобы каждый литий был друг с другом параллельным. Но у меня не получилось сделать вот такой формы приблуда. То есть, которая бы залезла в жопу батарейного отсека GVC. Но только так получилось сделать. Ну, под 8 литров. 4 на 4 параллельно. 16... В полном заряде даже 17 вольт. Ну, я уже снимал об этом видео, но люди что-то обленились. Ленивые жопы какие-то, я не знаю. Смотрят по шортс, по короткому видео и задают вопросы. Ну не поленись ты, зайди на канал, поищи видео. Есть, я все это уже снимал, все это уже показывал много раз.
И про Bluetooth я снимал, ну, годовалые давности ролики. Год назад снимал про это видео. То есть, как я... Там у меня в то время была одинарная сборка лития. Был штекер. А, сейчас нажму на паузу, еще покажу один штекер. Вот у меня мешочки с штекерами. В пуфике хранятся всякая приблуда. Провода, переходники, все, что надо. Тонны проводов, змеюки. Сейчас покажу, достану его. Тут у меня много всяких переходников. До хера тут всего. Вот такой штекер у меня был изначально для GVC, но он прямой. Вот, то есть он тоже с этим штырьком, но он прямой. То есть если его поставить, сейчас я переставлю, покажу, как это будет. Ну вот, я переставил, в итоге получается вот такая длинная колбасня, и она прямая. То есть если вот ее использовать, то мафон нельзя будет таскать на спине. Ты иначе жопой или спиной ты поломаешь разъем, если будешь так таскать с этой прямой. Поэтому я долго искал угловой разъем. Вот он, угловой разъем. Угловой разъем он спасает. Вот. Ну спрашивают, где взял? На радиорынке в своем городе. На одном не было, на другом нашел. Какой-то один вариант. Первым я нашел вот этот вариант. Я их купил, у них сразу все, чтобы они были. А вот этот я взял, но я как бы не знал, подойдет он ни к одному разъему, он не подошел. Ну, что спрашивать, поищите сначала в городе у себя. Попробуйте узнать, как называется этот стандарт. Я не знаю, как этот стандарт называется по питанию. То есть, если бы я знал, я бы, конечно, подсказал. Как именно и как их. В интернете я вообще мало чего покупаю в интернете. Я только через жену купил вот этот блок питания. Ну и тех еще. И то я не сам покупал, я человека просил. То есть я человек старой закалки, у меня еще карт даже нет. Я еще не пользуюсь ни Тиньковым, ни банком. Только жену на Тиньков посадил. Но в Али пока не зарегистрировался, еще ничего не покупали в Али. Так что вопросы скиньте, ссылку магазина, там, где купил. Это не ко мне. Вот у меня была ссылка на блок питания. Я жену попросил, чтобы она мне перекинула ссылку. Я показал человеку ссылку на блок питания 40-амперный. Вот такие дела. Так, ну что тут? 30 секунд остается до конца. В общем, надеюсь, вопросов по разъему больше нет. То есть ищите у себя в городе. Вот такой переходник хотя бы найдите. А повезет, вот такой найдите угловой. А питание под прикуриватель, ну, как правило, ищите провод с прикуривателем, который будет вот такой вот разъем иметь. Под прикуриватель. То есть у него там прикуриватель, а на конце вот такой провод. Инвертор.